Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами будем выживать на улице в игре под названием Snowbox. Я думаю, вы помните игру под названием Beneath the Cardboard, и вот мой товарищ решил создать аналог, можно сказать, такой графический ремейк этой игры, и если вы тоже захотите в нее поиграть, вы можете найти ссылку на эту игру в описании. Проходите, скачивайте, но отличается она тем, что, во-первых, тут есть пес. И этот пес будет с нами. Я могу ему говорить: пес, лежи, пес, вставай. И он милый. Не знаю, как его назвать, и он похож на волка, но он милый. Далее, конечно, нам нужно будет собирать различные коробки, поджигать их, согреваться, ну и, конечно, кушать еду, а еще кормить пса. Так, давайте посмотрим, что у нас в этом. Ага. Ау! Еды нет. В этой урне еды, к сожалению, нет. А это что, не еда ли случайно? О, еда. Кексик какой-то. Пес, будешь кексик есть? Иди сюда, попробуй съесть его. Не хочет. Так, спички. Конечно, спички нам тоже пригодятся. И персонаж начинает потихоньку замерзать. Давайте, наверное, возьмем спички, подожжем все это дело. И маленько согреемся. Я не согреваюсь. Так, погоди. А если так, вот, огонь стал посильнее, и становится тепло. Пока я кушать не хочу, постою какое-то время тут, надеюсь, не сгорю. Потихоньку начинает темнеть, и ночью, по идее, будет гораздо холоднее. Пес, ты где? Ты рядом, да? Опа, смотрите, здесь куча еды, оказывается, есть. Пес, съешь вот эту пиццу. Ничего себе! Пес слопал пиццу. Еще в игре, насколько мне известно, есть несколько концовок, хорошая и плохая. И надеюсь, друзья, мы с вами выживем и получим хорошую концовку. Пес, не лежи на яблоке. Давайте-ка его немного надкусим. И можно было бы, наверное, куда-то двинуться, посмотреть, что тут есть. Потому что в игре есть прохожие, и может быть у них получится выпросить еды маленько. Так, много коробок, это здорово. Камни, стулья. Ох, не знаю, не хочется мне это место покидать. Оно такое уютное. Здесь куча всего. Так, что у нас тут? Еда? Ты тут? Опа, батон. Давайте возьмем его с собой и какое-то время протусуемся где-то тут. Возле этого необычного дома, как будто бы какой-то восточноевропейский. И... А по спичкам, друзья, я же только сейчас понял, что спички-то не бесконечные. Поэтому, наверное, имеет смысл подождать, пока я сильнее замерзну. Пес, иди сюда. Пес. А, пес не хочет подходить, да? Ладно, пес, сиди там тогда. Надеюсь, ты не замерзнешь. Так вот, лучше подождать. Подождать, друзья, пока я замерзну, потом согреться, а потом идти куда-то дальше. Кстати, изображение черной кошки. Надеюсь, она принесет удачу. Ой, что-то становится... Совсем уж холодно. Все, подожгли. Так, ну и слопаем батон. Не знаю, сколько времени нужно выжить именно по времени, но вроде как несколько дней. Так, согревайся. Ладно. Придется брать еще одну коробку, чтобы полностью согреться. Давай. Хорошо. И это место придется покидать. Так, пса надо бы покормить батоном, песик. Иди сюда, будешь ты просто псом, почему бы и нет. Кушай батон. Вместе мы с тобой едим, и может быть нужно его кормить немного позже. Ну, потому что у него тогда больше накопится голода, и восстановится сразу больше шкала. Не знаю. Коробки, кстати, прикольно сделаны так же, как и в Beneath the Cardboard. И, друзья, если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну, а я пока возьму коробку и потопаю вместе с песемлем. Хотя зачем мне коробка? Давайте так, без коробки. Песель, пошли. Пес. Скользящий пес, почему бы и нет. Так, еда. По еде у нас что-что. Какое-то яблоко. Давайте переберемся, друзья, на ту сторону, заодно исследуем локацию. Хотя, что-то прям становится дико холодно. Там ведь будут... Слушай, я боюсь туда идти. Машина не собьет меня, тут машины есть. Я боюсь туда идти, потому что не факт, что там будут... Нет, коробки там есть. Так, съем яблоко. Вот, прохожие начинают появляться, у меня все лицо замерзает. Я должен успеть добежать. Бросил даже яблоко, может быть, быстрее бежать начну из-за этого. Не хочу умирать. Не хочу умирать.
Поджигайся. Во-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Пес, мы успели с тобой! Нужно было ему сказать доесть это яблоко, но я чего-то не сообразил. Ой. По-моему, все коробки подожглись и... Ладно. Хорошо. Это мы съедим. Кексик. Песик, иди перекуси кексиком. Иди, иди, иди сюда, мои хорошие. Лопай. Опа, молочинка. Так, ну смотри, у нас тут с тобой еще есть какие-то... Это что у нас? Как они называются? Пончики? Я уже забыл, как это называется. Пончики, но было их два. Один испарился. Видимо, какие-то темные злые силы решили его забрать у нас. Неприятно. Коробки исчезают. Давай-ка погреемся еще какое-то время. Раз они все равно горят. Чувак, куда же ты, чувак? Пес, сторожи меня. Потому что я не доверяю этим прохожим. Выглядят они жутковато. Эти контейнеры открыть нельзя. Туда пройти тоже не получается. Хорошо. Давай тогда пройдемся с тобой вдоль... Одна спичка осталась. Вот это проблема. Вот это проблема. Давай пройдемся с тобой вдоль домов. Слушай, пес, а я вот что-то думал, спичек мы с тобой найдем побольше. Ну ладно, ну ладно. Так. Угу. Прохода нет. Хорошо, большая коробка. Псы еще какие-то лают в стороне. Немного... Да не орите вы. Ужаса немного нагоняют. Жуть. Так, давай, пес. Вон оттуда люди идут. Значит, там вполне возможно будет много мусора. Потому что где люди, там должен быть мусор. Так, это плохо. Это камень? Да, это камень. Пес. Пес. Вижу коробки. Вижу много мусорных контейнеров. Но то ли это то, что мы ищем? Нет. Похоже, придется эти коробки поджигать. Стоп, там спички, наверное. Или это камень? Ладушки. Ладушки, песик. Давай. Выбора нам с тобой не оставили. Сейчас согреемся и пойдем дальше. Что касается голода, он накапливается не так быстро. Это радует. А вот температура тела опускается супербыстро низко. Так, ну что, пес? Стоим максимальное количество времени, ждем с тобой. Просто огонь. Пропадать, чтобы он пропадал, неохота. Охота согреться как следует. Ну и еду искать нужно, а вот ночью ничего особо не видно, поэтому особо ее и не поищешь. Так, хорошо. Давай пойдем с тобой сюда. А вон! Вот это наводит меня на хорошие мысли. Есть мусорный бак, есть коробки, но нет спичек, чтобы эти коробки поджечь. Может, в мусорном баке найдутся? Спички! Ура! Три штуки. Класс, пёсся, 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 пёсся. Лимон. Хочешь лимон, пёс? Я хочу. В лимоне много витамина С. Он должен согревать. Пёс, иди съешь батон. Хотя я сам его перекушу маленько. А остатки тебе, песик. Налетай. Кушай, кушай, кушай. Почему ты не ешь батон? А, батон... Ладно. В итоге я его сам съел. Так. Надо бы пса накормить. А вот чем? Батон он есть не хотел? Что-то и холодно становится, пес. А как я... Я не хочу, чтобы ты, пес, погибал. Ты не съел мой батон. Там прохода нет. Давай-ка, давай-ка, пес, тогда думать, что делать. Коробки, 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 коробки. Сейчас быренько согреемся с тобой. И пойдем на ту сторону искать еду для тебя. Я-то перекусил, я-то не голоден, а вот ты, пес, хочешь есть. Это я понимаю. Все, давай не будем задерживаться, погнали. Тут точно еды больше нет? Нет. Там у нас, похоже, конец уровня, и пройти туда не получится. Поэтому давайте возвращаться обратно на ту сторону. И вот я начинаю смотреть за полоской ХП нашего пса, и мне становится жутко не по себе. Так, машина меня не... Машины едут. Очень быстро. Переходим дорогу.
И пока добрались до этой стороны, я и сам чуть не окоченел. Слушай, пес, а вон коробки. Ай-я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 й. Возле огня нужно находиться всегда, иначе смерть. Слушай, эта коробка-то вообще согреет меня? Если прям на нее встать, вроде согревает. Не так сильно, как хотелось бы, но вроде бы согревает. О, можно ее с собой, наверное, тащить, да? Ну что, пес? На-на-на-на-на, кушай-кушай-кушай. Кексик. Кексик. Отлично, живем, пес. Внутри есть чего-то? Нет, ничего не выпало. Это что? Я думал, это батон, а это камень. Пошли, пес, еще искать коробки. Ага, тупик. Это плохо. Это плохо, пес. Поблизости больше коробок нет, туда не пройти. Человек, скинь, пожалуйста, коробку мне. Я, похоже, сейчас умру. Я не хочу умирать. Нет, я не хочу умирать. Не хочу умирать. Вон коробка. Отойди, несчастный человек. Я доберусь. Я добрался. Да добрался же. Ну, ёлы-палы. Ну как же так-то? Ай, я замерз. Ах, печально. Печально. Ладушки, пёся, попробуем, может быть, с тобой еще раз выжить. Уж не знаю, как нам с тобой лучше действовать, чтобы выжить. Подумаем. Вообще, хотелось бы разведать территорию. Посмотреть, что там есть. И где заканчивается уровень, где его границы. Но я думал, я выживу. Не хватило вот буквально чутка. Эх, если б не границы уровня невидимые. А то ты думаешь, что туда можно пройти, идешь, а там пройти нельзя. И ты такой, а как? Ну, то есть сложно заранее просчитывать маршрут свой. Если так можно сказать. Пока вроде идем, пока вроде бы невидимых стен нет. Это хорошо. А, ну вот мы уперлись в невидимую стену, да. Жаль. То есть где-то уровень тут заканчивается. Оп, наступила ночь, пес. Ну что ж. Вот та коробка, которую мы согревались какое-то время. Нужно было, наверное, туда идти. Тогда было бы лучше. Так, пес, знаешь, мы тут не будем задерживаться. Вон, съешь кексик. Не хочешь, да? Где кексик? На, кушай. Кушай, мой мальчик, кушай, кексик. Кушай, я потом перекушу. Спичка у нас только одна. Опа, вот это хорошо. Вот это просто прекрасно. А, здесь тоже невидимый проход. Ладушки, придется тогда поджигать коробку. Погреемся какое-то время, пошли. Наверное, нужно делать так, друзья. Сперва израсходовать все ресурсы на этой стороне, потом уже перебираться на другую сторону. Таким образом пытаться выживать. Я вижу это так. Ну, вы тоже можете попробовать выжить и скачать игру по ссылке в описании. Так. Ну. Можно, значит, тут тусоваться. Пес, давай. Но по одной коробке сжигать такая себе идея. Ага, это поднять нельзя. Мусорный бак этот. Постоим. И еще такое ощущение, что если ты не шевелишься, будто... А, не-не-не-не. Замерзаешь ты все равно быстро. Я просто подумал, что если не шевелишься, медленнее замерзаешь. Нет, я все еще довольно люто замерзаю. Немного погрелся возле этих коробок. И теперь, думаю, снова нужно отправляться в путь. Желательно на поиски еды. Еда есть, но, пес, я бы с тобой поделился, только пойми правильно, я что же есть хочу. Хотя, давай последний кусок отдадим псу все же, а? Он наш единственный друг на этой улице, поэтому... Да, пса тоже будем кормить. Вот еще одно место, где мы какое-то время сможем протусоваться. Че, больше ничего нет внутри? Не, ничего больше внутри нет. Давай, пёся, подождем с тобой маленько тут, посидим. Торопиться не будем. Нужно все ресурсы израсходовать грамотно.
чтобы выжить, я полагаю. Опа, это хорошо. Но проблем со спичками точно нет. В Beneath the Cardboard были проблемы со спичками. Часто. И ты замерзал, потому что не мог ничего поджечь. Здесь же все по-другому. Это здорово. А что, поджигаем? Ну а потом перекусим еще. Надеюсь, ночь тут переживем. Выживаем с псом уже довольно продолжительное время. Но иногда пес не хочет есть еду, и еда просто пропадает. Это бывало уже несколько раз. Пес, вот иди попробуй съешь. Съешь. О, вот этот кренделек он скушал. А вот тут был батон. Все, он как будто врос в землю, я его поднять не могу. И это прям беда-проблема. Ладно, давайте согреваться. Давайте согреваться. Вроде бы тепло. Но и кушать тоже хочется. Еще спички. Хм. Так, пес. Доешь, пожалуйста, вот этот пончик. Все, пончик исчез. А пес его не съел. Жаль, 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 жаль. Спички берем. Опа, там внутри что-то есть, пес. Скушай, пожалуйста. Ради меня. Вот так, молочина. Что ж, тут мы исчерпали все ресурсы. Давайте еще маленько согреемся и будем выдвигаться в путь. Согреемся же? Согреваемся, отлично, отлично. Все, давай, потопали, дружище. Вместе с коробкой. Хорошо, что пес не замерзает. Но это было бы странно, если бы пес замерзал так же быстро, как и я. Все-таки он животное. У него есть шерсть. У него есть какие-то внутренние жизненные механизмы, которые позволяют ему выживать. Это здорово. Я бы тоже хотел быть псом, наверное, в этой ситуации. Так. А еды-то тут нет. Хотя, вот это не еда случайно. Мне часто хочется съесть камень. Это нормально? Так, спичек у нас 6. Можем себе позволить потратить парочку. Согреваемся. Ну, живем мы с псом долго. Надеюсь, скоро мы выживем. Пес. Давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Мы с тобой поступим разумно. Я бы взял с собой еще одну коробку. Это было бы здорово. Но проблема в том, что когда ты идешь с коробкой, еды не видно на земле. А еду хотелось бы видеть. Так, топаем, топаем. Ну, рассвет. Значит, будет не так холодно. Нам бы найти еще одно место с едой. И в целом, я думаю, мы можем выжить. Мне так кажется почему-то. Есть такое ощущение. Вот только еды-то я нигде не вижу. Ёлы-пал, опять замерзать начинаю. Мы тут были. Ой, я не согреваюсь. Почему я не согреваюсь? Во-во-во-во-во-во, видимо, одной коробки было маловато для того, чтобы согреться. Так, задерживаться мы здесь можем, но не будем, потому что еды нет. Пошли, пес, дальше с тобой. Ходить, бродить и искать еду. Чисто ради тебя, дружище, я-то сам не голоден. Вон там еда будет, стопудово. Ха-ха, иди сюда. Пончики, булочки, крендельки, кексики. Тоже очень важно. Но если вдруг батон исчезнет, это будет беда-проблема. Пес. Это тебе остатки. Ага. Ладно, тебе ничего не осталось. Во, смотри, что это? Лимон. Псы любят лимоны. Давай, стоп. Ладно, псы не любят лимоны. Псы просто аннигилируют лимоны одним только своим взглядом. Ешь батон. Минус батон. Капец, пес. Капец, пес, капец, пес. И как нам выжить с тобой? Батон все уже, точно? Да. Батон вышел из чата. Яблоко. Пес, съешь яблоко. Ура! Пес съел яблоко, живем! Живем, песя, живем! Давай коробки. Согреваться. Согреваться, 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 пес. Какое-то время мы с тобой еще протянем. Уже довольно много еды просто исчезло. Ну, то есть она
перестала существовать. Она как бы вроде бы существует, но ничего с ней сделать нельзя. Не поднять, не съесть, не употребить. Спички давай заберем. Попробую еще раз все-таки. Не, никак. Эти коробки не существуют, да? Давайте согреемся тогда, прежде чем переходить на ту сторону. Здесь уже будет конец уровня сейчас. По масштабам, по площади. Надо перемещаться на ту сторону. Хотя там тоже я вроде бы все абсолютно съел. Все абсолютно сжег. Туда пройти тоже нельзя, да? Дальше. Я начинаю... Да, нельзя. Начинаю нервничать и переживать. Потому что я не уверен, что я найду еще еду. Как бы, может быть, еды бы и хватало, если бы она не переставала существовать. Пес, ты уж прости меня. Видимо, батон просто превратился в ледышку, и он его не может есть. Досадно. А знаете, что еще досадно? Что мало того, что... Я сейчас опять от холода умру. Мало того, что нет еды, так еще нет и чем согреться. Еда-то как раз таки есть. А вот согреться я уже не смогу. Да, я сейчас от холода умру. Печально! Да, примерно в том же месте я теперь умру от холода. Ну, ёлы-палы, а. Ну ладно, друзья, на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, вам понравился этот видос. Большое спасибо за внимание, за просмотр. Может быть, у вас удастся выжить? У меня что-то не получается. До новых встреч. Берегите себя. Пока.